Сегодня 6 мая, время 4:53. Сделаем небольшую экскурсию по пляжу Корон. Скоро закат будет. Да. Ну что, волны офигенные. Для того, чтобы на них покататься, искупаться. Вода чистая, прозрачная. Песок скрипучий, чистый. Здесь все хорошо. Погода меняется частенько. Но вот были мы в Крабе на пляже Аунан. Все-таки вот этот пляж круче. Красивее. Чище, народу меньше. Размер больше. Сам пляж. Если говорить о природе, ну, на Аунанге может быть более колоритная природа. Там больше растительности. А если говорить о малазийском пляже, вот, на котором мы на Пенанге были, в Бату-Феринге. Пляж Бату-Феринге называется. Там вообще такой пляж не очень. Там крупный песок, купаться там толком не получается, потому что там столько медуз все время кусаются. Кстати, здесь медузы есть, но они маленькие. В принципе, по-моему, один раз, может, меня ужалил, но вот еле-еле. Вот, а на Бату-Феринге там побольше. Пока это самый лучший пляж, который мы видели. Вот из трех. Сравнивали цены тут вот этот. На парашютах летать. Вот на Бату-Феринге мне показалось более безопасной. Нам показалось. Там на катере гоняют. Там народу мало. Там одна-две компании этим занимаются, скажем так. На одной части вот этого пляжа и на другой. А здесь вон четыре парашюта, здесь гоняют они друг с другом. Ну, в принципе, посадки в основном они на пляж сажают. Но один раз я видел, как на воду девушку посадили. Не очень ей было комфортно. Но вроде счастливая была. Сказала, Париж как птичка. Это клево. Ну вот мы 2 часа уже здесь находимся. Но волны, вот если на волнах кататься, с ним бороться, грубо говоря, с волнами, но выходишь уже никакой, то есть сил нет. Все силы как в тренажерке, да, оставил? Тяжело ходить. Тяжело ходить, уже сил нету, поэтому и время, кажется, наверное, больше, что прошло. Что еще на море-то нормально, ты вроде бы все хорошо плаваешь, там не особо не чувствуешь, а сюда выходишь, так вообще... Что ж, наверное, можно просто любоваться красотой и включить музыку. Смотри, написано что. Зая. Я тебя люблю, твой кабанчик. Твой кабанчик. Кабанчик? Кабанчик. Парасейлинг. Самое забавное, что когда вы летите на парашюте вдвоем или одни, сверху вот запрыгивает человек, он вообще не пристегивается. Он просто стоит ногами на этих клемках. И все. И он как там управляет этим парашютом. Песок. Песок, кстати, не пыльный, да? Нормальный. Тяжело по нему ходить. Песок тяжелый, хороший. А
А тебе какой больше песок нравится, на крабе или здесь? Чуть больше класс. Да, песка. Да, жилье здесь вообще суперское. А вот там же белый Будда, да? Это как он? Большой Будда называется? А вон там, видите, Будда. Вот туда надо сходить. Голова Будды. А пониже. Песок показали. Песок классный. Не пыльный. Это очень важно. Перепучить песок. А сколько мы спрашивали, лежаки стоят? 200 бат, да, по-моему? Да. Там лежаки, если есть, надо. Если кому надо. Какой второй пляж? Хата? Вот есть пляж Корон, по которому сейчас идем. А слева пляж Ката. Между ними ходьбы 15 минут.
можно дойти. Там поспокойней. Да, мусор есть. А до этого не было? Ну да, тут, наверное, как ветер, как волны. То есть мусор, то нет мусора. Да, встречаешь грязь, как бы немножко начинаешь разочаровываться. А это как-то в этой стороне, смотри, а там почти нету, да? Мы сюда и не доходили ни разу. Непонятно, это как вот, потому что сегодня... Может, потом не исчезать, я не знаю, как они убирают, убирают эти грязь. Да, мусору здесь-то дофига. А там как? Там очарование, тут разочарование. В общем, лучше на левой стороне, наверное, отдыхать, пляж. На правой что-то грязи много. Да, на левой стороне вижу как. Да. Кокосы, что ли, валяются? А у Нанги вообще такого не было. Ну, а Нанги было чисто. Да. Что было удивительно. Да. Так, кокосы частое явление. Которые... Они, наверное, падают откуда-нибудь. Ну хорошо, вот после того, что увидела, тебе куда хочется больше? Здесь все-таки или, да, или на крабе? Мне, конечно, хочется больше на краю. Если какие-то места, например, на левом берегу, а мне хочется сюда. В общем, на левом берегу чисто, а на правом грязно. А здесь опять чистенько, вроде более-менее.
Смотри, такие же, как на этом самом. Как яйца. И крабовая нора. Ага. Куда мы уже утопали. Смотри, а здесь уже магазинчики открываются.
под рыбочку. Здесь место чистый. Вот все такое развлечение, бананы, да? Таблетка и банан, да? Да, это идеально. 17:48? Да. А мы тогда начинали. Мы что, час уже идем, что ли? Видео пляж Корон от края до края. Что это? Thank you.
Или можно назвать мой любимый пляж с мусором. Стойкаш. Назвать от края до края по пляжу Король. Время 6:27, вот закат уже пошел. Ну что вот я могу сказать по поводу волн. На самом деле волны здесь совершенно другие, как вот на том конце. На том конце они такие короткие, а здесь прям длиннющие волны, длиннющие. Вот, но на них пока покататься не получилось, потому что мы просто уже устали, слишком долго ходим. Сейчас я покажу, какие здесь волны. Но они классные. Здесь тяжелее, конечно, купаться. Здесь время сносит. Кого? Хорошо. Я иду. Но здесь, кстати, мелко. Там люди вон там далеко. Там мелко. Но волны такие длинные-длинные. С барашками.
Ух, тяжело стоять. Вон там, о, человек на доске поплыл. Куда там уплыл. Ой, увидите. Ох, главное мне телефон не утопить.